Всем привет! В эфире «Будни брокера», где я буду рассказывать каждый вечер, какие машинки играю, какие выигрываю и про очень сладкие предложения. И сегодня у нас в рубрике будет «Как купить BMW X5 в E70 кузове рестайлинг дизельный на $5000 дешевле рынка Беларуси». Согласитесь, что на территории Республики Беларусь BMW X5 в E70 кузове некая такая легенда, бандитская тачка, а если дизельная, то ее просто все хотят, особенно молодые парни. Вчера-позавчера мы выиграли клиенту BMW X5 за $1150. Вы не ослышались, это 3-литровый дизель с пробегом 135 тысяч миль, правда, и автомобиль полностью на ходу. Классно? Конечно, классно. Давайте немножечко подробно теперь вам покажу этот автомобиль и потом расскажу, во сколько он сюда обойдет, и про минусы и тонкости таких автомобилей. Итак, переходим к нашему BMW X5 в E70 кузове автомобиль 2011 года, пробег 135 тысяч миль. Повторяю то, что это 3-литровый дизель на полном приводе. И давайте немножко с вами полистаем фотографии. Вот в таком вот виде выглядит данный автомобиль. Повреждение передний бампер и интеркулер. Автомобиль полностью на ходу, без каких-либо еще таких визуально скрытых дефектов. Безопасность вся целая, салон не убитый, все аккуратненько. Машина, еще раз повторюсь, на ходу именно заводится. И давайте теперь с вами прогоним через наш Telegram-бот. Я вам рассчитаю, во сколько она обойдется здесь, в Беларуси, под ключ. Поехали! И сейчас рассчитаем наш BMW X5 в E70 кузове через Telegram-бот. Во сколько он нам станет в Беларуси? Пишем «Растаможка плюс доставка». Выбираем большой внедорожник. 2011 года выпуска. Неэлектрический транспорт. Объем двигателя 3 литра. Льготная таможня под 140-й указ. Выбираем аукцион. Это Копрот. Мы автомобиль выиграли на Копроте. Локация. Тут вам выделю. Вбиваем локацию. Калифорния. Автомобиль данный из Калифорнии, кстати. Нету никаких реагентов. Все супер, придет по кузову в отличном состоянии. Вбиваем локацию, где находится данный автомобиль. Порт Калифорнии. Доставка в Клайпеду. И цену, за которую мы его выиграли, $1150. И была прямая продажа. Об этом вы узнаете в следующем ролике. Что такое прямая продажа, не прямая продажа. То есть нам сразу этот лот отдали за эту сумму. Идет калькуляция, и сейчас увидим цифру итого, поскольку он с доставкой, таможней, логистическими услугами, аукционным сбором станет в Беларуси. $13623 данный автомобиль обойдется в Минске на СВХ. Объективно, по ремонту максимум $1000. Итого, $13623 сам автомобиль, плюс 1000 на ремонт, до $15000 без проблем можно привезти рестайлинговый дизельный BMW X5 в E70 кузове со Штатов. Открываем доски «Белорусские объявления». Самый простой – «Автомалиновка». BMW X5, вбиваем 70-й кузов, рестайлинг, с 10-го года они пошли. Тип двигателя – дизель. 59 автомобилей на рынке. Сортируем по цене. И первая цена – старт. $18900. Открываем описание. Все супер, все классно, но что-то мне в это не верится. Потому что первая цена – первое непосредственно состояние. И думаю, ну тут уже и так видно, посмотрите, рыжики по низам дверей пошли. То есть я почему-то более чем уверен, что этот автомобиль повидал очень многое в своей жизни, и за этот прайс он точно не вариант. Если мы сортируем по цене от самых дорогих к самым дешевым, то на белорусских досках объявлений эти иксы продаются по $30000, ребят. $30000 за BMW X5. Многие начнут говорить, что вот в Штатах плохо обслуживают автомобили, дизеля, там вообще на них на все забивают, масла не меняются. Прежде чем сделать ставку на тот либо иной автомобиль, мы запрашиваем отчет Carfax. И именно вот у этого BMW X5, который вы только что видели, полная история обслуживания. Один владелец, регулярное ТО, каждые 8, там максимально было 16 тысяч миль. И на всем этапе именно пробега регулярное ТО. Поэтому, кто знает, что такое двигатель M57, он еще 1200 проедет и будет чувствовать себя идеально.
И, наверное, один из главных плюсов покупки таких автомобилей со Штатов, то, что пойти в Беларусь купить хорошего икса, надо сразу взять и отдать 20 тысяч долларов. Если мы беседуем в формате приобретения автомобиля с Америки, то достаточно будет для старта 2-2,5 тысячи долларов, чтобы выкупить сам лот и заплатить за аукционный сбор. Далее вы оплачиваете логистические услуги примерно через полтора месяца. И когда автомобиль приходит уже в Минск на СВХ, на таможню, оплачиваете таможенный сбор, это порядка 9 тысяч долларов еще. И непосредственно так сказать, то, что весь автомобиль разбивается на 4 этапа. И повторюсь, что не надо сразу давать 20 тысяч долларов. И очень классный вариант, какие вот можно приобретать со Штатов. Подведем всему вышесказанному итог. Наша рекомендация. Если ты все-таки желаешь приобрести себе X5, не покупай его в Беларуси.